Ну, это не мое предложение, это, если я правильно понял повестку дня, прочитал, стоял вопрос о расширении состава Совета представителей при правительстве Мурманской области. Вот. Я слышал, озвучивался вопрос, но голосования по нему не было. Вот я спрашиваю, был такой вопрос по повестке дня? Был, только не голосовали. Был повестки дня. Пожалуйста. Я просто хотел сказать, что все сегодняшние избранные делегаты в сам СОБР, они войдут в совет представителей КМНС. Еще раз говорю о том, что все сегодня выбранные представители от Самского третьего съезда войдут в совет представителей КМНС. Это не обсуждается. Значит, встретиться можно.